с понедельника будет 20+. Ну да, летом будет еще жарче. Придется в плавках ходить. Так, нужно посмотреть, сколько у нас в мейне генов. Один ген в мейне у нас нормально. Только центральный. Угу. Короче, это колокольчик. Это колокольчик. А он уже за Никитой. Самое главное, я сделала бутик с рыбкой. Сейбл дружелюбная, это хорошо. Приятного тебе аппетита, малышка Вероника. Дети еще у него, да? Детище Света он еще взял. Сегодня много было, кстати, маньяков с детищем. Да, пошлепай меня, пошлепай, да. Да. Сяпки, на здоровечко, на здоровечко. У меня сегодня плюс 22, а в понедельник плюс 24. Ну да, и во вторник 26. Ну все, уже лето, летняя погода. И ночи поздние. Вот такой у нас Краснодар жаркий. А мы даем ген у маньяка перед лицом. Я дала ей свинку, типа вот. А типа вот. Сейчас будет дамтек, Никита. Хоба. Он замахивается после дамтека. Это наш пассажир. Ну, кажется, ему не понравился дамтек. Я не знаю почему. Вроде же все нормально было. Ну ты, ну. Я не успеваю в окно, да? Ну да. О! Ну да, там же детище. Никита уже по привычке просто спасает. Мы, походу, все забыли про детище. Свинку! Ну ему пофиг на это. Пошли там полечимся. Пошли, 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 солнышко, пошли. А я отвлеку от Сейбл. Нормально. Давай, 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 подымай. Подымай, молодец. Сейбл, уходи. Вот колокольчик, как же он хочет меня-то, а? Как вы считаете, это достаточно токсичная каточка? Или еще недостаточно? Нет, конечно. Ну ладно. Ну, кажется, он уже максимально просто на меня сагрился, типа, ну. Уже больше нельзя, ему на всех пофиг, да-да-да, ему уже на всех пофигу, он хочет трахнуть меня просто жестко. Он мега-мега злой на меня. У него жопка просто, жопка разорвалась в пух и прах.
И, в принципе, его можно понять так-то. Потому что по лицу он получает каждые 5 секунд. Жопка-то горит у призрака. Жопка горит у него. Просто горит жопка. Ломай. Ничего не жалко. Ни тебя, ни меня, ни его. Ну чё за волшебная картина, а? Спасибочки, Никита. Без тебя я бы, кстати, сейчас упала. Я нажала. Там появилась кнопка сбросить палетку. Я нажала. Это нечестно. Это было нечестно. Не согласна вообще ни разу. Не было там, как бы... Я должна была сбросить. Малышка Сейбл, солнышко мое, люблю тебя. О, еще и адреналин. Да ты шо? Так мы живем, ребята, мы живем просто. Мы в шоколаде. Мы просто как киндер-сюрприз. Но только если он, конечно, придет ко мне, то я труп. Но он за Жокой гоняется. Так что я успеваю открыть ворота, а Жока еще ни разу не висел. Поэтому это легендарный матч. Не, давай, Никита, в воротах полечимся, а то вдруг эта пипега сюда сейчас придет. Мало ли что. Вот мало ли что может произойти-то. Жока упал. Кстати, он относительно недалеко упал. Можно его засейвить. А я могу спинку еще дать. Одна Мишель висела, а другие сбегут как рандомы. Ну, Никита тоже. Ну, справедливости ради, хоть я и висела... О, давай я забачу его на себя, Никита, а ты спасешь. Нормально, все. Даешь спинку. Красиво, красивый побег. Просто лучшие. Просто легенды. Просто легендарная катка. Кладеточка, выползай.